Прямо на площадке у Южного Молла все самое лучшее, что выращивают и изготавливают в Сочи местные производители. Всего несколько палаток, но здесь можно найти все, чем славится сельхозотрасль курорта. Это делается в целях пропаганды культуры чаепития, как краснодарского чая, как высококачественного натурального продукта, в целях продвижения продукции агропромышленного комплекса города Сочи, представления продукции чаеводческих предприятий, производителей меда, а также другой производимой продукции в городе Сочи. На витринах выставки в первую очередь чай, самый северный в мире. Свою продукцию представили агрономы Салахаульского, Мацестинского, Дагомысского и Хостинского чайсовхозов. Здесь же спелые фрукты из архипа Осиповки, кофе местной обжарки и ароматный мед. Выставка на площади у Южного Молла будет работать всего 3 дня, до 13 июля. Ежедневно с 10 утра до 8 вечера. А 24 июля снова здесь же откроется для всех желающих.